Во второй части мастер-класса по вышивке ежика мы продолжаем вышивать иголки по всему тельцу. Потом пришьем яблочко, глазки и в конце поработаем над изнанкой. Будем обрабатывать края английским способом. Если вы не знаете, где купить те или иные материалы для создания этого украшения, то вы можете мне лично написать в личные сообщения ВКонтакте, либо в Инстаграме в Директ, или вообще под этим видео в комментариях. Я вам могу лично выслать все необходимые материалы. Напишите мне, и мы с вами договоримся. Итак, пришиваем последнюю иголочку. Все, и теперь будем пришивать яблочко. Потом глазки. И вот где-то вот здесь вот находим место, куда мы пришьем яблочко. Можете пришить его куда хотите. Но мне нравится, что оно будет вот здесь. У меня кончилась мононить. Я ее закрепляю на изнанке. Все, и начинаю новую иглу. Взяли новую нить и теперь просто заходим снизу и пришиваем яблочко. Прям вот как мы сверху его прикладываем. Здесь нужно периодически фиксировать нить на изнанке, чтобы яблоко потом не оттянулось. И еще пару стежочков сделаем. Вот так вот пришили яблочко с изнаночной стороны, хорошенько подтянули нить и зафиксировали ее двумя узлами. Все. Готово. Теперь переходим на глазки. Если вы хотите, чтобы иголочки торчали вот так вот в разные стороны, а не просто вверх вот так вот травкой стояли, то их можно попришивать. Вот берем вот здесь вот с краюшку, выходим иглой и вот так вот пару иголочек к низу пришиваем. Теперь нам надо сделать мордочку.
иголочки вот эти вот крайние мы делаем оттопыренными. Вот я беру две иголочки и пришиваю их к низу. Сейчас покажу, чтобы вам было видно. Вот две вот этих иголочки я хочу, чтобы они торчали. Вот. Вот затянула нитку, вот они будут вот так торчать. Вот тут пришиваю глазик. Вот наши черные глазки. Еще раз прошиваем их. Здесь вот одну или две иголочки надо пришить. Второй глазик пришиваем. Вот такая вот симпатичная мордаха уже получилась. Вот с такими вот иголками классными. И теперь можно пройтись по кругу вот так и прилизать вот эти иголочки, чтобы они торчали не вверх, а вот так вот, вот в сторону были. Вот, ну я думаю, мне достаточно будет. Итак, вот так хорошенький ёжик получился. Все, теперь оставляем иглу. Берем ножницы и вырезаем нашу мордаху с иголками по контуру. Смотрите, я обрезаю очень аккуратно, не касаясь бисера, отступая от бисера 2 миллиметра. Итак, теперь берем картон, карандаш и обводим нашего ежика по контуру. Можно не прям строго точно. И теперь вырезаем картон вот так вот на 3-4 миллиметра меньше, чем есть основа. Вот такую вот маленькую. Вот у нас от края должно быть отступление. Все, приклеиваем ее. Так, слегка клея, чтобы просто держалась. Это у нас будет для того, чтобы не вогнутая была изнаночная сторона. Теперь прикладываем кожу. Смотрим, где у нас тут будет булавочка. Отмечаем. Ага, надо открыть булавочку. Смотрим, где у нас тут будет вот эти вот края, вот именно там, где поднимается, идет вот так железо и вверх поднимается. Вот на сгибе железа делаем две полосочки. Вот так вот складываем на этих полосочках и делаем надрезы небольшие. И теперь продеваем нашу булавочку вот сюда вот. В эти надрезы. Вот так. И теперь приклеиваем. Только аккуратно, смотрите, чтобы
булавочка была посередине. Мажем саму бумагу, промазываем клеем под булавкой, чтобы она хорошо приклеилась вот там. И теперь, ориентируясь по булавке, приклеиваем аккуратно кожу. Все вот так вот аккуратненько должно быть. Теперь лишнюю кожу просто обрезаем. Только очень аккуратно и строго по контуру фетра. Все, и теперь обшиваем бисером. Тот самый бисер, что у нас остался черный, мы теперь им обшиваем. Набираем бисеринку, протыкаем кожу и фетр, выходим перед бисером иглой и из-под низа ее цепляю. Вот так. Следующую набираю, рядышком вставляю иглу, выхожу перед бисером вот этим вот серым, подтягиваю нитку и снизу ее цепляю. И вот так вот она аккуратненько садится рядышком. Набираю следующую. И так по всему кругу мы продолжаем обрабатывать край, чтобы были красивые края, аккуратная работа. Вот такой вот классный ежик у нас получился. Смотрите, с какими иголками, с глазками, с розовым носиком, с яблочком на спинке. Такие иголки пушистые, не колючие. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, что вы хотите еще посмотреть на моем канале. Я обязательно прочитаю, с удовольствием отвечу. Итак, всем спасибо, пока-пока.